Всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем играть в детскую игру «Моя кондитерская империя». Девочка на уроке мечтала стать, этим... Ну, кто готовит? Вот. И когда она выучилась, она построила новый магазин. И она стала там готовить чудесные торты. А пекание, точно. Пекание. Она очень с мамой хорошо готовила. Там всякие булочки, тортики, всякое такое. Ну, вы поняли. Всякое такое вкусненькое. И вот. И она решила с пекарней работать она стала. Здравствуйте. Можно мне корж, пожалуйста? Торт, а корж темно-коричневый. Ну, шоколадный. Конечно же, нам понадобится шоколад. И мы его растопляем. Теперь выключаем газ. Перелили в тарелку. Нам понадобится всего лишь 2 яйца. Теперь нам надо муку. Муку нам надо. И сейчас нам надо это все... шоколад с этим соединить. Ну, все в одну тарелку. И теперь нам надо все это перемешать миксером. Нет, миксером может просто размешать вот этим вот. Не помню, как называется. И сейчас нам надо это все перелить в, формочку. Открываем мы духовку. Кладем туда на 15, 20, 25 минут торт, чтобы корж поднялся. Но мне кажется, надо это минимум где-то 30 минут. Но тут показано 15, но я сказала немного подольше, 25 хотя бы. Ну, чтобы такой был, как на картинке. Выключаем газ, достаем вот такой корж, как нам у нас просили. И теперь мы качаем как хотим. Чтобы было красиво хотя бы. Чтобы было красиво, девчачье. Например, такой нежно-розовый, он такой красивый. А внутри, может быть, оставим промежутки, чтобы было красиво? Мы оставим, чтобы было видно, например, там, то, что... Это будет видно, то, что это глазурь. Сейчас проверим. Все везде. Теперь нам надо украсить опять глазурью. Вот, например, такой глазурью. Она слишком такая мутненькая. Давайте это лучше. О, это просто прелесть. Давайте вот такой. На розовый к розовому. И к синему тоже не пойдет. Давайте лучше шоколадный. Вот так нормально. Давайте сделаем мою фотографию. Попробуем сделать. Смотрите, как получилось. Классно. Вот такой. Смотрите, как у меня получилось. Такая я. Улыбаюсь. Как прикольно вообще. Вообще так прикольно. Я теперь буду украшать. Если не могу, может, вот так надо было? Нет. Давайте поменяем. Давайте еще раз.
И палец надо убрать. О, ну вот это прям вообще. Да, я крутецкая. Ну скажите, ребятки, какая лучше была? Нет, нравится. Смешная немного даже. Да, немного смешная. Блин, еще над своим подбородком. Чё ж ты над своим подбородком? Просто он так это скрутился у меня. Смотрите, прям день рождественский тортик. С рождения тебя. Три, а нам надо раз, два. Нам надо еще таких три. Три сердечки. Раз, два, три. Все. Вот такой у нас тортик с моей фотографией. Кстати, фотография у нас съедобная, можно есть. Ну, вы украшаете как хотите, но я украсил по-своему. Съедобные фотографии. Например, на кексике. Ну, и вот эти вот торты. У моей мамы уже был торт с ее фотографией. Это было съедобно. И теперь у нас 25 таких штучек, и мы открываем. О, ну давайте переоденемся. Думаю, что будем в грязной ходить. Конечно же нет, мы не будем в грязной одежде ходить. Ой, кстати, нормальный футболку оставим такую. Мне нравится. Вот и юбочку бы надо, или что-нибудь другое, но мне больше это нравится. Вот это, ой, вообще просто офигенно, офигенно. Это платьишко, платьице. А, это же не платьице, это на Хэллоуин. На Хэллоуин, оп-оп, Хэллоуин, оп-оп. Ладно, давайте это. Смотрите, даже есть за 1200 рублей. И за 25, за 80, 150. Мне впечатлило за 1200 рублей. О, вот эти прям вообще, вот прям, вообще классные. Теперь надо причесочку. Мы будем с распущенными ходить. Вот такая вот коса, коса-дельза. Вот такая коса, я буду вам вот так вот. Ну, с распущенными, как она ходила. Мне понравилось больше с косичкой. Теперь нам надо сережечки. Сережки. Теперь глазки. Ну, это же бывают глаза. И не изменим. Главное, о! Очень страшно. Еще страшнее стало. И я таких глаз вообще никогда не встречала. И теперь... О! Какая она черная! Давайте очень, как белая. Не, немного загорела пусть будет. Вот такая, как я. Не, я немного посветлее. Вот такая, как я. Все, мы переоделись. Что нам так говорить, но все таким. И ноль монеток и 25 таких звездочек. Ладно. И мы чуть-чуть побольше пекани открыли. Открыли чуть-чуть побольше пеканю. Знаете почему? Потому что там только одни торты. У нее есть рядом разные пекарни. О, смотрите, нам кто-то позвонил. Здравствуйте. Я бы хотел очень сильно
как сказать, вот этот вот коктейль, плюс еще посыпочка. И я вам заплачу 150 монеток и 125 монеток и 125 звездочек. Это долго делать, нам надо уже прощаться. Я знаю, выходите. Ну, в следующий раз, во второй части, даже, по-моему, в третьей части или четвертой. Ладно, хочу все-таки поучаствовать. А что у меня будет? Пончик я хочу сделать и поучаствовать в конкурсе. Надо быстро делать, быстро. Пончик. Ладно, не успеем мы уже. В следующий раз. Я как говорила во второй части. Ну, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы играли. Ссылка в описании. Ну и всем пока.